Откуда могут знать правила дорожного движения сказочные персонажи Баба-Яга и Кощей Бессмертный, которые, можно сказать, впервые вышли из леса, вернее, выехали на самокате? Баба-Яга, это зебра. Зебра! Это что за зебра в городе? Что за зверь такой? Но ребята детского сада номер 25 «Колокольчик» были готовы не только рассказать невеждам о том, как нужно передвигаться по городу на двухколесном транспорте, но и показать. Шестилетний Демид Живолуга, кстати, как и многие его сверстники, катается еще и на двухколесном велосипеде по городу исключительно с родителями. Когда мы с папой идем в садик, я всегда перехожу дорогу, сначала не прям выскакиваю, я смотрю налево и направо. В каждом детском образовательном учреждении изучению правил безопасности на дороге уделяется большое внимание. Подобные уроки, викторины и другие формы занятий используют в работе с детьми педагоги. Но в 25-м детском саду решили шагнуть дальше. Мы решили в нашем детском саду организовать отряд юидовцев, так же, как в школах. Ну, вот мы решили с детского сада это все сделать. И в сентябре будем проводить большой семинар-практикум на район, делиться своим опытом. А поделиться есть чем. Каждое конкурсное задание было направлено на закрепление каких-либо знаний правил дорожного движения, в том числе и дорожных знаков. В 5-6-летнем возрасте, говорит инспектор по пропаганде дорожного движения Ирина Чекмарева, ребята уже должны многое знать. Немножечко делаем акцент на светофорах. Какие светофоры регулируют движение автомобилей, какие регулируют движение пешеходов, где именно нужно переходить проезжую часть, какие дорожные знаки при этом используются. Для того, чтобы ребята дошкольного возраста лучше усваивали различные знания и навыки, педагоги активно используют игру, а также им помогают различные сказочные персонажи. Сегодня к ребятам пришел светофор. Светофор предложил игру, которая стала кульминацией всего праздника. Соблюдая правила, участники дорожного движения изобразили в миниатюре городскую ситуацию. Юные пешеходы и водители отлично справились со всеми заданиями, за что и получили в подарок светоотражающие наклейки, которые им пригодятся в темное время суток. Татьяна Брылова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Кощею,